Вот нам вагончик привезли, мы его уже затащили сюда, слава богу, спасибо друзьям, у которых становая тяга хорошая. Тут вот Ванек у нас делает проводку. В этом здании мы будем сейчас разливать молочко. Все установим, все сделаем, как в лучших домах Лондона и Парижа. Где-то в зеленых волшебных лесах колокол звонкий хрустальный. Колокол мой неподкупно звонит. Вот эту яму все надо засыпать опилками. Что мы сейчас, конечно же, и сделаем. О чем ты спросить? Он и перезвоном ответит. Звон, перезвон, перезвон в небеса. Перезвон, 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 звон, перезвон, перезвон голоса. Перезвон, 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 перезвон. Красивчатый. И не предвидится. Его подбили, все. Можно его просто так. Сегодня туда, пожалуйста. Ваня установил на провод. На соплях. Это разве электрики нормальные? Так устанавливают. Это ужас какой. Повесил на крюк. Свет, фонари, провел электричество. Пойдем, я вам покажу. Тут вот он провел нам. Все, конечно, как всегда, на соплях болтается. Какое? Раз так нормальные электрики делают, посмотрите на это. А еще электрик. А еще борется за почетное звание дома высокой культуры быта. Это же кошмар! Кошмар! Смотрите на него! Запомните его в лицо! Нормально! Тут он просто нас не закрепил так, потому что мы это самое, будем тут потолки делать. Электрик от бога. Вот. Так что, все нормально. Что ты можешь пожелать нашей продуктовой заставе, Иван? Ну, поперло. Плов, покажи, как был. Так себе, не соленый. Так же, как и твоя проводка. Да я ж пошутил. Перезвоны, перезвоны в небеса. Перезвоны, перезвоны, перезвоны. Так, сейчас встанем, руки закроются. Так, есть. Ну, в принципе, все.